яхта. Это не яхта, это катер. Катер, здесь дело, да? Да. Причем все делалось по его личной особе, под личным руководством. Ребята, вы знаете, я вам хочу сказать одно. Я этому катеру, я на этом катере я в 6 баллов попадал. Честно, что? Он видел, что он добротно сделан. Я этому катеру верю, как себе. Ты на фото на горке идешь? Или ты где-то стоит? 20. Нет, тут стоял, где стоял, где стоял, где Мар. 54 силы. Я просто поставил вот этот двигатель, он гораздо лучше управляет. Но на ход не поменялось ничего. Начале мая, да? Когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, захочет в небе голубом. Полиэтиленовый какой-то. Надо найти пакет полиэтиленовый. Что, 3 штуки, что ли, поймал сразу? Да. Обалдеть. И стая, по-видимому, да? Ну так это еще нет, мисочки не ловят. Мисками еще ловят, это мелочь. Но ставинка неплохая. Нет, хороший ставидос. Скажи, пожалуйста, как мне? Я просто не в курсе, как это. Как открываешь мне? Скобу. Где? Скобу. Вот ты крючок закинул. Вот этот, да? Да. Вот это вот скоба. Не. Металлическая. Он металлическая. Наверху зацепился. Вот это. Ух, льет сверху. Извини. Отпусти. Да. Это он поторопился. Если бы просто придержал немножечко. Была бы моя удочка, мой спиннинг, другое дело бы. Я чувствую там, что у меня. А вот, о, смотри, Сань, поймал то, что. Поймал? Ох ты, боже мой. Куда я? Поймал. Как вот? Смотри, молодец. Не, ребят, давайте два клавиша так и будем писать. Хорошо, давайте, поедем. Ну ладно, он поймал, главное, что поймал и все. Че еще? Вот я вижу. Вот, все. Главное, поймал. Девочка, спасибо, и не бери в голову. Да, и не бери в голову. Все хорошо, да. Нормально все. Не бери в голову. Пошло, Саня. Хорошо. Не бери в голову. Водитель, что с него взять? А я вот ловлю, поймаешь, ешь. Ну да. Молодец. Не, ну ты же поймал на самом деле. Я вижу, как, да. Ну одну. На самом деле поймал. Я никогда не думал, что до такой степени. Я говорю, что такое это? Найдешь бухту, придешь ко мне в кабинет. Ну хорошо, пришел,